Спасибо. Даробачи, омосё, шарамапул, омосё, кэнмапул. Всем здравствуйте! Как настроение? Я рада приветствовать вас. Вечер мой посвящен именно презентации, долгожданной презентации клипа, но об этом чуть позже. Эта песня, которую я сейчас исполнила, она была записана от Февронии Шалугиной в 60-х годах. Поэтому эта песня очень старая, народная, фольклорная, и она о наших предках. Поэтому этой песней я выразила дань уважения нашим предкам. Я, как вы заметили, очень люблю петь и пою очень давно, лет 6. И самой первой моей югагирской песней была «Ичигирок». Впервые я вышла на сцену, когда мне было 6. Это был районный конкурс «Колымская звездочка» в Верхнеколымском районе. Вот. И я впервые выступила там с этой песней. Эту песню написала моя сестра старшая Зухра, музыка моей сестры и мелодия моей мамы, которая сидит в зале. Следующая композиция, которую я хотела бы исполнить, «Ичигирок», «Снегирек», пожалуйста. Спасибо большое. Следующая композиция, она будет о любви, именно о любви к нашим родным женщинам, матерям. Ты дула юлит ле, мы это мы.
Спасибо. На сцену я приглашаю моих младших братьев Стаса, Станислава и Назара Доскуловых. Попурри югагирских песен. Чогора, чогора, чоко мама, чогора, а так лосит эпиной, яркеси пемерей. Чогора, чогора, чоко мама, чогора, ми ту кінти шеби шили в ялозі йоделі. Чогора, чогора, чоко мама, чогора, арнуя, арнуя. Ля-ля-лю, ля-ля-лю, тетню ніданю печеге, 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 арнуя-джилель, арнуя-джилель, арнуя-джилель. Таншолу йолуге, урпе, унеме, пукульочепки, куруніме, ілу, ілу. Ілу, ілу, чого раді, чого раді ми дьоле, чого раді, чого раді інруге, чого раді ешелелик ми тікта, ешелелик ми дьоле, інруканук, інруканук пеюбей, інруканук, інруканук йойлуге, омось мадонік. На улице холодно, но все равно я хочу спеть именно такую весеннюю композицию. Называется она «Шенделе. Весна». Слова и музыка. Демина Любовь Николаевна, пожалуйста. Шенделе, шенделе. А сейчас презентация клипа на песню «Слова и музыка» Любовь Николаевны Деминой «Шахаджибе».
Следующая композиция, посвященная моему родному селу Нелюмне, тоже слова и музыка Любовь Николаевны Деминой. Это считается неофициальным гимном, гимн про Нелюмне. Пожалуйста. Спасибо большое. В 1959 году в Нелюмне приезжал композитор Гран Григорян. И на стихи Александра Лаврикова, которые были опубликованы в книге «Суровый север», он написал песню о Ярхадане. «Я сравнил бы ее облик милый не с холодной Ярхаданой, с теплым солнцем над поляной. Я сравнил бы ее облик милый». Песня о Ярхадане.
следующая композиция уже на мои стихи. Она написана про Зырянку. Можно сказать, она тоже моя родина, которая подарила мне именно большую сцену, на которую я впервые вышла. И эта композиция, ей тоже больше, наверное, 15 лет, и я решила ее воскресить, и тоже хочу ее исполнять. И песня называется «Мои зырянки», мелодия моей мамы, автор слов, слова мои, песня о зырянке, пожалуйста. Можно потанцевать вальс, кто желает. В заключение я хотела бы спеть свою, еще раз свою песню «Шахаджибе», именно показать этой песней, что мы один народ, мы должны обязательно пропагандировать свою культуру. Именно вы заметили, что в этой песне есть строчки на русском, потому что якугирский лесной язык практически никто не понимает, и я решила именно сделать на русском, чтобы было понятно всем людям, и я надеюсь, клип передал всю красоту этой песни. Для вас песня «Шахаджибе». Давайте потанцуем, а то, наверное, уже засиделись, да?
Спасибо вам за теплый прием. Желаю вам удачи всем, здоровья крепкого.